Workout. Йоу, мазафака! С вами я, Алекс, ребят. В этом видео мы с ребятами, да, я сейчас один, но мы с ребятами будем играть в игру заказной. Заказной необычный, мы будем учить элементы, которые мы не умеем. То есть в обычном заказном мы как? Заказываем один элемент, и кто-то повторяет этот элемент. Но в этой игре мы не умеем ни один из элементов, которых мы загадываем. То есть мы учимся элементы с нуля. Нас будет примерно 5 человек, то есть за одну тренировку мы должны выучить 5 новых элементов, собственно. Давайте идем на турнички и ждем ребят, потому что я вижу, сейчас я один здесь. Вот, ребят, собственно, это те турнички, на которых мы учили их вылет. Самые нормальные, наверное, турники для динамики. Правда, здесь немножко... Собакен, привет! Не укусит? Нет. Не кусайся. Хорош, хорош. Давай я тебя погладжу, окей? Ах, какой красавчик. Ну, собственно, к видосу мы приготовились, микрофон вставил, здесь не видно на камеру, штатив разложил, и ждем ребят. Все, что нам нужно, это сейчас, чтобы пришли как можно быстрее ребята, и все, снимаем видосик. Вы видели глаза собаки, когда я сделал передний виз? И трубка на этом турнике ужасно скользкая из-за того, что она, знаете, такая, типа, с нержавеющей стали. Собственно, это у вас выглядит все динамично и быстро, но я уже жду здесь ребят минут 15. Я уже жду здесь ребят, ну, минут 40, а я уже научился разговаривать с голубями. Коничива, ватащива Саша. Айсикурьмё кудасай. Я всегда знал, что голуби разговаривают на японском. 40 минут ждал ребят, сейчас собрал вещи оттуда. А почему? Вслушайтесь, вам слышно это? Пошел дождь. Сняли видос, найс. Пацаны, вы слышали, что такое пунктуальность? Ребят, что мы сегодня будем играть? Суть этой игры. Мы играем как бы заказного на элементы, но необычного. Мы загадываем каждые те элементы, которые мы не умеем, но хотим научиться. То есть, например, я могу загадать учить 360, и мы будем учить 360. Но самое главное, нужно загадывать элементы динамики, либо технические, либо динамические элементы, чтобы это возможно было научиться. Потому что для силовых элементов, например, там подтягивание на одной, да, это не особо сложный элемент, но за одну тренировку вряд ли научится, потому что там нужна подкачка. Вот. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Первый. Давай, чувачи. Я загадываю второй, Роберт загадывает первый. Первый элемент, который мы будем учить сегодня, какой? Склепка в манке. Блин, я, кстати, взял магнезию, потому что, как я сказал в начале ролика, очень скользкие турники. Нужна магнезия тебе? Да нет. Треба магнезия. Во, я про то и говорю. Так, маслом намазать. Я отвечаю. Кто помнит из алдов мою магнезию, я подписал персональная магнезия Алекса Тори. Сегодня впервые, за, наверное, за 2 года я ее открываю. Надеюсь, там жуков нету. И она не... О! Магнезия. Сегодня у нас такая обновка. У нас будет музыка на тренировке, наконец-то. Музыка без авторских прав. Вся музыка из этого ролика в описании, если что. Попробуй через силу зайти, о. Я хотел через силу зайти, но на высоком турнике очень страшно через силу заходить. Сейчас сделаем изи, это, думаю, фигня. То есть манки обычные мы умеем делать все. И склепки это достаточно страшно. Опа. Красава. Роберт, будешь пробовать на низком? Сейчас, ребят, у меня штаны просто вокруг турника закрутились. Кстати, я видел видео, как чувак делал смертника, у него штаны просто снялись на турнике.
Кстати, склепки, ребят, склепки намного легче делать. Я же говорил, что я под припев сделаю. Давай, ты должен сделать уже. Во, красава! Давай, 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 сразу. Ребят, сделали все, сделал Роберт, я Андрюха, я Андрюха и Роберт. Сейчас посмотрим, как получилось, и загадываю элемент я. Моя очередь загадывать, сейчас будем думать, что загадывать. Кто хочет вообще что научиться? Я хочу туда. Роберт вчера впервые в жизни сделал выход из-под турника. Если сейчас у него получается, то вместо выхода на 108... Все, я тогда взрываю. Я загадываю кит Тарзан, ребят, учим все кит Тарзан. И нужно выйти в сет. Сейчас задача будет сделать не в сет у нас, потому что, ну, это за одну тренировку возможно, но ребята прям вообще технику не понимают. А сделать хотя бы вы упор задний. Показываю технику кит Тарзан. Мах вперед, на махе назад, делайте вот такую штуку. Прижимаете прям колени как можно ближе к себе. И делайте вот такой разворот. Вот сюда. Пробуем, Роберт, пробуй. Ух ты. Немножко устали после первого элемента, поэтому давайте на буквально 15 секунд сделаем перерыв на рекламу. Ребят, канал Рекамеди – это начинающий обзорный канал смешных и не очень видосиков, рассчитанный на то, чтобы поднять настроение и помочь вам хорошо провести время. Манера подачи, возможно, вам покажется знакомой, но все же она делается со своей изюминкой. И да, качество контента пока оставляет желать лучшего, но авторы обещают, что в скором времени все будет просто пушечка. Так что, кому интересно, можете зайти, оценить, а подписываться либо нет, это уже решать вам. А мы снова здесь, ребят, поэтому давайте я еще раз ребятам покажу, как делать этот кит Тарзан. Ну такое, в задний упор зайду, нужно пробовать сейчас. Сейчас будут долгие, очень долгие попытки, потому что это, ну, реально технически очень сложный элемент. О! Ага, я понял, короче. Уже ближе, я сейчас попробую даже в сет сделать. Немного рывок ногами. Сейчас я просто вообще рывок ногами не делаю. Это плохо. Еще ближе, но сейчас я реально, я вообще рывок ногами не сделал. Это лямки. Это офигительные лямки, поэтому сейчас я делаю конкурс на эти лямки. Здесь, смотрите, просто какой кайф их держать. Лямки от фирмы Hard Twist. Это наш спонсор, он скинул нам вот столько много лямок, и он сейчас поможет нам сделать розыгрыш для вас. Разыгрываем 3 пары лямок. Условия этого конкурса: поставить лайк этому видео, быть подписанным на этот канал, на мой инстаграм и на инстаграм спонсора. Ссылочки будут в описании. Все, итоги конкурса мы подведем буквально через 2 видоса. Подписывайтесь, лайкайте. Просто вы поняли движение, а потом чуть без нет. Ну, куда страшнейше без нет, как нет. Я лично надо. Быстрее. Роберт, как тебе в лямках, удобнее делать? Да. Офигенные лямки, правда? Я понял. О, Санек. Санек, знаешь, что мы учим? Будешь учить с нами? Я не знаю даже. Будем учить кит Тарзан. Андрюха, показывай. Мы уже научились манки и склепки. Это Санек. Санек, давай, раздевайся, пробуй. Бомби, брат! Брат, бомби, брат! Будешь с нами учить сегодня элементы? Какие? Сейчас учим кит Тарзан. Уже научились манки и склепки. Смотри, что научились. Короче, у нас... Я подумаю. У нас, короче, такая игра. Мы как бы заказного играем, только играем заказного с теми элементами, которые не умеем. Кто-то заказывает элемент, и мы учим все вместе этот элемент. Я, конечно, руки только что так классно убил. Нормально, типа с тренировочки на тренировку. Попробуй. Смотри, что мы научились.
Ты можешь... Со склепки? Да, со склепки манки. Или можно с выхода? Ну, попробуй с выхода, тоже прикольно будет. Ну, Тарас делает, потому что он, ну, маленький у нас, типа, такой вес у него, знаете. Ну, с таким весом легко учить элементы динамики. А это надо сесть, да? Да, ну, можно в стульчик, пофиг. Я вот первый раз, когда делал, у меня штаны замотали за турник. Сейчас это надо, короче, повспоминать. Можешь силой зайти. Во-о-о! Сейчас Тарас заодно и сделает эту штуку. А мы учим киптарзан. Тарас пробует киптарзан, исторические кадры. Вот так, кстати, вины падают. Кстати, киптарзан достаточно сложно идет. Давайте пробуем по 10 попыток. Ставим какие-то временные рамки. Если за 10 попыток не получится, переходим к следующему элементу от Андрюхи. Потом показывает после Андрюхи Санек элемент, потом Тарас. Who is next? Next 10 попыток киптарзана у каждого. Я рывок сделал почти все. Пацаны, все, я сейчас сделаю. Ребят, кажется, дождь начинается. Мне кажется, он быстро пройдет, потому что тучка не особо большая. Такой, короче, атмосферный видосик у нас получается. Пошел дождь. Надеемся, что все будет круто. И дождь пройдет, и мы будем тренироваться элементы. Тетенька хочет занять наши турники. Пацаны, она на турнике. Сейчас солнышко ебать. Я отвечаю, мне придут тихая лекция, бля. Так и ноги уже. Да, кстати. Ребят, с этой дороги уже снимаю второго человека и говорю снова о пунктуальности. Ребят, я ждал 40 минут, Димона ждали практически 2 часа. Напишите в комментариях, как поступить с Димоном и что он за человек вообще. Вот. Ты слышал о таком понятии, как пунктуальность? Только слышал, да? Нет, это ветром дуло. Дождь уже не идет, поэтому возвращаемся на турнички. С киптарзаном на сегодня покончили. В принципе, я сделал в упоры. И следующий у нас загадывает Андрюха. Андрюха, какой элемент мы все будем учить? 360. Ну давай 360. Учим 360, пацаны. Да. Упор. С упора, да, 360 с упора. Идем на турники. Блин, пацаны, штатив такой важкий. Я сначала буду учить на маленьком турнике, потому что мне стрёмно делать такие обороты. Сейчас я сделаю. Я понял, короче, по тому видосе. А ты не зробив, да? Ти не зробив, подивляв. Там як ніщо картошка. Попробуй зараз. А може не надо? Возьми там. У меня вот эта попытка была вообще офигенная, реально практически. Ну, уже понял просто движение. Вспоминаю. Вот там, кстати, смотрите на видосе, даже видно, какой дождь идет. Просто у Роберта такая фишка, он недавно, ну буквально сколько, дней 15 назад, как сломал палец. Поэтому он... Да, ты, мне кажется, так в трубу залетишь. Я дальше. О, я понял движение, короче. Ну я типа не понял, что я тут. Что было вообще? Такий силовый был, бля. Я решил, ребят, перебраться на высокий турник, потому что там я ногами цепляюсь. Ох, хера себе ты зашел. Ты серьезно? Не, я решил перебраться на ниже турник, пацаны. Робиш, ты не сразу прыгаешь, так как я. Типа вот, развертаешься, всю руку не отпускаешь, и потом уже прыгаешь. Да. Вот, так. Вот. 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 360 от Алекса Тури.
хотели, просили, я даже не напрягался. Не напрягался. Один из элементов из нашего списка целей на элементы вычеркнут. Опа. Юху, 360, ура. Я думаю, вы очень-очень давно этого ждали. 360 сделал Андрюха, сделал Саня, сделал я. Остальные ребята не доучили. Да, все расскажи. Вот, следующий человек, который у нас будет загадывать. Саня. Давай заднюю склепку вся. Вообще, кстати, что? Давай это. Какой элемент, Санек, мы будем учить? Мы будем учить заднюю склепку в сет. То есть в сет, прям сесть в жопу. Сесть, прям сесть. Окей. Давай, Санек, заднюю склепку здесь умеют по сути все, да? Только мы залетаем именно как-то вот, да. Да. Ой-ой-ой. Ну почти. Почти. Все равно. Ребята, кажется, дождь начинает. Закрыйте магнезию, пацаны. Не, раз. Ты не был, ты не был. Бля, Андрюха. Сори, да я сдеваю. Не упився? Нет. Ребят, идет дождь, но ради вас я это сделаю. Упал, отжался. Упал, отжался. Ребят, для вас еще раз, похер. Не упал. Ты сейчас максимально жестко намокли. Я не знаю, что делать дальше на турниках. Научился 360 с упора. Когда видосик появился, значит он годный. Вы прикиньте, я научился 360 с упора. Практически сделал заднюю склепку в сет и начался дождь. Я ноги научил. Сколько я выучил сегодня? Три новых элемента. Три элемента. Ё-мо. Пришли на турнички вот такие, знаете, чтобы скрыться немного от дождя. Здесь вроде как земля, ну, сухая достаточно. Ну да, сухая, вот там вообще. И, знаете, дождь немного нам все подпортил, потому что на этой тренировке мы, наверное, бы научились намного больше элементов, чем должны, чем научились на этой тренировке. Но выучил три новых элемента, ну еще связку. Это достаточно прикольно. Сейчас немного еще что-то поделаем на этих брусьях, на турниках. Потреним, ребят? Да. Да, ребята не очень хотят тренить. Все, начинаем. Ребят, короче, мы придумали, у нас же есть брусья, на брусьях мы никогда не пробовали и не учили элементы. Сейчас у нас задача, Андрюха показывает элемент, мы за ним повторяем. Перелет углом, он загадал на брусьях. Давайте, камень, ножницы, бумага, кто первый повторяет. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Пошли на ножницы. Два, три. Стоп. Три элемента, пожалуйста. Смотрите, зрители, еще раз я вам покажу вот это все дело. Перелететь углом и схватиться. Ну, короче, это, по сути, перелет на 180 на брусьях. Типа, вы по очереди сколько попыток? Да, без разницы. Типа, нету именно ограничения в попытках. Главное сделать элемент. Через подводящее. Сейчас пробует Роберт. Роберт, если тебе неудобно из-за того, что у тебя был перелом пальца. Чудо. Кинул колонку. Если тебе неудобно, то можешь, конечно, и не делать. Дальше пробую я, походу. Во, можем и на брусьях что-то. Страха будет. Во! Тарас сделал. Молодец! Молодец! Давайте я сейчас ровнее попробую сделать. Четвертый элемент, который сегодня выучил. Край я тоже зроблю. Что? Нихуя! Добрый стресс. Вот так, ты понял? Забегает до меня собака и типа.
Знаешь, он стёк? Нет? Это называется дождь. Буквально 15 минут попадал дождь. Трай! Считается на склепку? Да. Давай, еще липсы пробуешь. Я попробую сейчас еще лучше сделать. У каждого сейчас 3 попытки осталось. Считаем за склепку, но попытаюсь лучше сделать. Сейчас пробует Андрюха. Я понял движение. Короче, друзья, следующий элемент будет вот такой, который я вам сейчас покажу. Я сам не знаю, как он называется. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И плюс Андрюха сам не умеет пока что его нормально делать, поэтому будем учиться все. Ребят, пока мы отдыхаем, я вчера нашел старые фотки, буквально которые месяца 3 из спортзала. Просто посмотрите на эту фотку и посмотрите на мою форму сейчас. То есть руки выглядят там намного-намного больше. Я очень хочу, чтобы открыли спортзал, потому что, сами знаете, у меня одна из самых главных целей — это отжаться на брусьях с плюс 100 килограммами и сделать выход с плюс 40 килограммами. Так что скоро ждите влог из спортзала. И поедем на Сорьвы, возьмем с моим весом отжимания на брусьях мастера спорта по отжиманиях на брусьях. Димон, сделаем, да? Кстати, Димон, да, мой оператор, он тоже со мной будет ходить в зал. Он хочет сделать становую 150 килограмм. Как думаете, Димон сделает? Потому что становая тяга, я офигел, он, вот это его первая попытка. Пацаны, это 120. Он здесь первый раз пробовал тянуть, потянул 120. Конечно, техника просто жесть. Будем исправлять технику, что но есть, есть. Первая попытка 120 килограмм, я не ожидал. Вот, поэтому зала открывает чувак с какого числа? С первого, да? С 10-го. 10 числа открывают спортзалы, поэтому скоро в спортзал. Там пацаны уже пробуют. Ребята, несмотря на то, что в ролике сегодня я выучил 7 новых элементов, по плану у меня осталось дохерища элементов, которых я должен выучить в ближайшее время для соревнований. Смотрите, это наш список. Сегодня мы сделали 360, в одном из прошлых видео мы сделали ланчгейнер. Из динамики у нас осталось X-вылет, перелет углом, это жестко, киттарзан, который мы сегодня немножко потренировали, гробик в упор, это очень красиво, но очень просто. Из силовых элементов 3 раза сделать принца на 2. Подряд чистого. Сегодня я сделал, ну, практически чистый один принц на 2. То есть после травмы достаточно сложно восстанавливаться. Конечно, сделать выход на 2 с плюс 40 килограммами — это просто заоблачная цель. И сделать брусья отжимания одно с плюс 100 килограммами. Но сегодня, помимо этих целей, новых элементов я выучил сколько элементов? 6 либо 7. Спасибо вам огромное за просмотр. Вы просто самые лучшие зрители. Надеюсь, мы вам угодили с контентом и вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите это видео лайком. Конечно, если тебе понравилось, то также подпишись на канал. Почему ты еще не подписан? И также бери участие в конкурсе. Все условия конкурса будут в описании и закрепленном комментарии. А с вами был я, Алекс, и ребята, далее будет.